Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня находимся в шикарном объекте, друзья. Здесь у нас квартира от подрядчика. Цены во много раз дешевле, чем от застройщика, а у застройщика квартир не осталось. Вот такая у нас кухня, друзья. Очень приятная, со своей столешницей. У нас входная шкаф-зона. Вот она, друзья, у нас входная шкаф-зона. Очень приятная. Также рядом у нас расположен комфортный санузел. Очень большой, просторный. Площадь квартиры, друзья, по нашим меркам 60 квадратных метров. Только по нашим меркам, без преувеличения. Место под стиральную машину, под бытовую химию. Все это будет от застройщика. А брутто в этом комплексе 1 плюс 1 80 квадратных метров, друзья. То есть даже брутто оно большое. Наша квартира, то что дешевле по цене от застройщика, находится на втором этаже. Она эксклюзивна только у нас. Описание, цену можете посмотреть ниже. Очень большой балкон, просторный. Территория очень хорошая. В территории есть, друзья, фонтан, будет беседка, барбекю, такой большой бассейн с аквапарком, автостоянка, генератор. Зеленая зона для прогулок, друзья. В этом районе в данный момент нету газа, но застройщик предусмотрел подачу газа под комбинированный котел. То есть место под батареи тоже есть, но они сейчас в заглушках. Я снимаю в данный момент шоурум. Квартира будет идентичная, один в один такая же. Будет сдаваться с ремонтом вот в таком виде. В августе 2023 года, друзья. Еще раз покажу. Спальня, спальня просто огромная, друзья. По меркам других застройщиков она очень приятная. Застройщик еще в декабре 2022 года продавал их по 70-75 тысяч евро. У нас же квартиры дешевле. Мы всегда стараемся для вас, друзья, от подрядчиков находить самые дешевые, актуальные цены. До встречи в Мессине, друзья. Также, друзья, совсем недалеко от наших комплексов. Это тоже пляж Арпачбахшиш. Все рядом, то есть пляжи здесь все рядышком друг с другом. Вот такой вот приятный пляж, очень удобный, очень приятный на самом деле. Вот такой пирс. Здесь заход более отличается, друзья. Здесь маленькие камни, камешки, так сказать. А нет, ошибся, друзья. Здесь тоже более песочный заход. Ну, если даже камни, они вот такие вот. То есть, и вот пирс. Вот они, люди купаются, фоткаются. Селфи-мелфи. Все дела. Вообще все круто. Это Мерсин, друзья. Это один из пляжей района Арпачбахшиш.